Здорово, ребята, и сегодня всем еще раз поговорю. Здорово, вдруг не записалось. Сегодня у нас, опять же, обзорчик мода на FNAF 3 от FunTimeLapse. Что там, ну, много от него уже. У него есть FNAF 1, FNAF 2, но я не знаю, где эти моды найти. Если найду, то обязательно покажу на эти обзоры мода. Даже в одном видео 2 покажу. Но это не точно. Так, как понял, сегодня у нас обзор мода на FNAF 3 от FunTimeLapse. Повторяю, он даже сверху во FNAF Freddy's 3 аддон от FunTimeLapse. Ну что, ребята, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики. Ну, увидимся прямо сейчас. Так, ну что ж, давайте с первого же начнем. Это у нас идет Фантом-марионетка. Шикарная моделька. А, у них же маленький урон, да? Да, они вообще урона не сносят, потому что это же фантомы. Они в оригинальной игре не убивают. А просто нас, так скажем, так отвлекают. Не знаю, что они еще делают. Давай. Все, убили. Блин, вот это прекрасно, то, что он, типа, у нас, темнота, она же там так делает. Следующий идет, ой, господи, что у меня с голосом? Это вот такой плачущий ребенок, знаете, как 4, как в оригинальной игре. Вот они, 4 ребенка, которых убил. Кстати, следующий у нас идет Пепл. Вот, вроде как он их убил. Господи, у меня завис Майнкрафт. Вот. Видите, они его убивают, смотрите, оп. Он убегает от них, и он их убивает. Он их тоже убивает, смотрите. Ах ты говно! Убил детей, ты что, совсем офигел? Да, кушаем. Такой звук еще прикольный. Фантом Чика. Шикарно. Вы посмотрите на эту модель. Это не моделька, это просто шикарно. Я вообще отрубил звук, потому что они очень громкие. Я, может, как-то на монтаже попробую убавить, но вряд ли это получится. Хотя я вообще сейчас звук убавил на телефоне. Следующий идет наш любимейший оригинальный нас заяц Скринтрап. Сейчас у меня исчезнет. Всё. Я офигел. Просто смотри, какой он быстрый. Нифига себе, какой он шикарный просто. Шикарный, но мощный. Так, где он? Так, ладно. Блин, нет, я с ним не смогу. Так, давайте еще раз. Я испугался, дед, валим. Я сейчас испугался очень сильно. Да нифига, это быстро. Блин, не успел. Но мы его отогнали от спавна. Кушаем, оп, и побежали. Эй, ты! Ты вообще у нас разломанный чувак, то что мы сейчас тебя убьем за 5 секунд, ну почти за 5! Да! Мы его убили, наконец-то. Фух, следующий у нас идет Фантом Фредди, тоже шикарно. Вот здесь даже проработан, у него ноги в оригинальной игре нету. Это тоже хорошо сделано. Он нас логично не атакует, а просто... Ты что, меня даже бить не хочешь? Даже рот открывается у него, ё-мо... Когда он нас атакует. Так. Оп. Вот, отлично. Следующий у нас идет Фантом Мангл. Сейчас у меня исчезнет. Всё, вот она. Вы посмотрите, тоже очень шикарная модель. Простая, но майнкрафтерская. И, в принципе, очень хорошая. Очень хорошая. Мне очень нравится он. Так. Тихо. Давай, убивай. На! Фух, мы их убили. И последний наши аниматроны. Последний это у нас Фантом Фокси. Вот он. Посмотри, просто шикарный. Нифига, он быстрый! Причем, у него крюка нет, да? Или у него крюк есть? Да, у него нет крюка, я видел. В оригинальной игре у него нету крюка, повторяю. Он у него вообще сгорел, пропал, он его в жопу, наверное, засунул себе. Все. И последующий Фантом Баллон Бой. Давай еще зай. Вот эта фигулька. Вот он. Смотри, как он уже бегает. Малыш вообще. Он такой маленький, капец. Он же... Знаете, он же такой, у него рожа такая, вы посмотрите. Так. Опа. Ну, все, готово. Так, мы вроде со всеми сразились, хотя это не вроде, а уж точно. И как, ну, все, мы всех показали, ребята. Всех показали. О!
Крым Трап. Давайте с ним сразимся. Ребят, сегодня я провожу стрим. Стрим. Часа 8-9, наверное, буду выпущу. Тихо. Блин, ладно, не буду уже с ним. Боже, где он? Он меня сейчас заметит? Все, ребята, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, жать колокольчик, чтобы не пропускать мини-ролики. А пока что всем удачи, всем пока.